Меркурий – самая маленькая планета земной группы и самая ближайшая к Солнцу. О планете известно немного. За 50 лет освоения космоса к Меркурию было отправлено всего две миссии. Только в 2009 году ученые составили первую полную карту Меркурия, используя снимки аппаратов Mariner 10 и Messenger. Меркурий очень напоминает Луну. Поверхность планеты усыпана кратерами. После формирования Меркурия 4,5 миллиарда лет назад происходила интенсивная бомбардировка планеты астероидами и кометами. У планеты нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера. Меркурий обладает крупным железным ядром, которое составляет 83% от всего объема планеты. Температура на поверхности Меркурия колеблется от минус 180 до плюс 430 градусов. Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.